Члены жюри 75-го Венецианского кинофестиваля призвали Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова. В своем обращении председатель жюри Гильермо Дель Торро, актер и режиссер Кристоф Вальц, актриса Наоми Уоттс заявили, что обеспокоены физическим состоянием украинца, который голодает уже 119 дней. Я напомню, Олег Сенцов, который находится в одной из сибирских тюрем, объявил бессрочную голодовку 14 мая. Он требует освободить всех украинских политзаключенных.